Главный праздник лета уже совсем скоро, и наш телеканал снова готов провести его с вами. 19 августа, аэродром «Северный», «Открытое небо» 2017. Воздушное шоу самолетов военно-транспортной авиации Ми-8, Ан-2, Ан-26, Ан-72, Ту-134, Ил-76, высший пилотаж Як-52, выступления дельта-планеристов и парапланеристов, выставки и мастер-классы. Отличным завершением праздничной программы станет концерт заслуженного артиста России Сергея Трофимова и группы «Рок-синдром». Северный аэродром распахнет свои ворота для посетителей в 9:00. Телеканал РТВ Иваново начнет прямую трансляцию в 10:50. Смотрите нас в кабельной сети Интеркомтел или на сайте icomtel.ru. Это нельзя пропустить.